На канале Паки ТВ Шоу ты сможешь найти постройку реально красивых домов в Майнкрафте. И также очень интересную рубрику «Мифы про Майнкрафт», которая точно не оставит тебя равнодушным. Поэтому заходи и подписывайся, он будет этому очень рад. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее продолжение прохождения замечательной карты про Assassin's Creed. Какие приключения нас ждут в этой серии, вы узнаете, ребята, чуть позже, но перед этим не забываем ставить лайки, потому что чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Ребят, я сейчас болею, мне реально очень плохо, поэтому не поленитесь, поставьте лайк, вы просто-напросто сможете меня поддержать, и может благодаря вам я выздоровею намного быстрее, мне реально будет очень приятно, поэтому, ребята, не поленитесь, поставьте лайк. Также вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков, я вас всех приглашаю подписаться на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, поэтому, ребята, я прошу на меня потратить всего лишь 2 секунды, одну на лайк, одну на подписку, я за это вам скажу большое спасибо, потому что вы будете действительно молодцами, и также выпущу для вас новое видео как можно быстрее. Ребята, тянуть мы больше не будем и сразу же приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы будем начинать, и в этой серии мы пройдем очередную миссию в карте Assassin's Creed. Но перед этим, ребята, я бы еще раз хотел извиниться за то, что я могу немного запинаться, я могу делать небольшую передышку, я могу кашлять, сморкать и многое другое, потому что я реально болею, мне реально плохо, но все же, ребята, я записываю для вас новое видео, поэтому я также надеюсь, что вы сможете меня поддержать, и, вот честно, может, мне это даже поможет, и я выздоровею как можно быстрее. Но, ребята, сейчас мы будем приступать к самой серии, точнее, к самой миссии, посмотрим, что же нас ожидает. Это третья миссия. Где у нас третья миссия? Да, ребята, это третья миссия. Я так и не понял, как она называется. Но, в принципе, вот, ребят, третья миссия. Я для себя прочитаю, я пойму, что нам нужно будет сделать. Короче, добро пожаловать, Альтаир, твоя следующая цель — это Талал зе Скрайб. Он пишет новые законы, которые смогут разрушить королевство, что, в принципе, тамплиеры и хотят. Поэтому твоя следующая цель будет находиться в церкви. Тебе нужно пойти туда и уничтожить этого Талала, как он себя называет. И, в принципе, новые законы, которые он уже написал. Приз — один алмаз. Какой-то небольшой приз, ну ладно, тоже не будем выпендриваться и сразу же начинаем. Дайте я нажму на паузу, быстро откашляюсь. А, твою нафиг. Ладно. А куда нам нужно идти? Что у нас тут написано? Straight ahead, то есть следовать вот сюда. А, find a way in, то есть найти путь внутрь. Charge. Здрасте, здрасте, стражники. Как вы поживаете? Ты хочешь мне пинок под задницу дать? А ну? Ну, спасибо, в принципе, не так-то сильно. О, здрасте. Маэстро, кто это такой? Короче, мое зрение уже не так хорошо, как было раньше, и поэтому я не могу позаботиться о законах церкви. Найди 10 маков и принеси их ко мне. Я использовал их для того, чтобы украсить газон церкви. И после этого я смогу тебе, наверное, помочь, как я понял, да? Сможем сломать, конечно же, цветок. Поэтому, ребята, нам нужно найти 10 цветков, как я понял, только я не вижу, где они. Нет, я не могу выходить за рамки вот этой постройки, да? И это хреновенько, потому что как мне вообще принести ему то, что ему нужно? Что это такое, нафиг? Что это такое там, нафиг? А? А ну, рассказывайте секретики, что это такое? Ага, второй цветочек. Как я понял, он их спрятал нафиг. То есть, они зарыты где-то, и нам нужно их найти. То есть, ломать все подряд и найти цветочки. Вот смотрите, что у нас тут есть. Ага, это круто, но... Ага, понял. Ага, круто, да? Во, смог выбраться. Замечательно, у нас есть уже 3 цветка, и нам нужно еще найти 7. Вот, еще один. Look up, you will need a bow. То есть, ага, посмотри, вверх, тебе нужен будет лук. Значит, нам нужно купить лук для того, чтобы продолжить это задание. Зашибись. А, это я понял, то, что спрятанное. И как мне сейчас выбраться? Наверное, вот. Ага, круто. Ну, что-то я тут поломал, что-то я вот так вот. Вот, замечательно. И, в принципе, я выбрался до этого места. Так, где у нас есть еще цветочки? Вот тут у нас есть цветочек, я его могу сломать. Надеюсь, то, что да. Замечательно. И еще.
Ага, зараза, спрятали от меня цветочек. Это круто, но нам еще нужно 4 штуки. Ну, я, в принципе, не понимаю, почему маки растут на деревьях. Ну, ладно, допустим, это так и нужно. Что там написано? Один. Что один? Значит, тут может что-то быть, как я понял, да? О, там еще один, ребят. Видите, вот там наверху есть еще один. Но нам туда как-то нужно забраться, а я пока что не могу никак туда забраться. О, вот так могу. Замечательно. В принципе, знаете... Где-то я могу ставить блоки, где-то я не могу ставить блоки. И, в принципе, это очень даже круто, потому что никогда не знаешь, где тебе нужно что-то ломать и где тебе нужно что-то поставить. О, нам бы сюда куда-то забраться, только с этой стороны, как я понял, не могу. Ха, как бы нам сюда наверх забраться, ребята? Кто мне подскажет? Вот, вот, ребята, видите, еще один цветочек. А, только как... Вот, вот... Ага, может, может как-то... А как мне... Вот, вот тут я могу поставить блоки. Вот так, замечательно. Сюда и сюда. Круто. Так, ребята, вот сюда я забрался. И сейчас мы попробуем. Ну, в принципе, я хотел попробовать. Знаете что, дайте-ка я сниму вот эти ботиночки, потому что они мне немного мешают. Замечательно. И, как видите, ребята, сюда я уже не могу ставить блоки. То есть в каком-то участке я могу ставить, в каком-то не могу. Это, если честно, очень даже круто продумано. О, еще! Как мне туда забраться? Нужно подумать. Отсюда я никак не смогу туда забраться. Один цветочек у нас тут. Нам нужно еще собрать 2 штуки. Только я не понимаю, как нам туда запрыгнуть. Я вообще не понимаю, как нам туда запрыгнуть. В принципе, даже если мы сюда заберемся как-то... Вряд ли я смогу вот так перепрыгнуть отсюда на один блок вверх и туда. Нам нужно найти какой-то другой способ, но пока что я не представляю какой. А я тут сундучок заметил, только я его не могу пока что еще никак достать. К сожалению, что у нас тут? Ага, это вот это. Я, если честно, больше ничего не вижу, что у нас тут может быть. Сюда нам, тут у нас должен быть лук. То есть тут нам даже написано то, что looks up, you will need a bow. То есть посмотри вверх, тебе нужен будет лук, чтобы стрельнуть. Но я не могу туда стрельнуть, потому что стрел у меня есть, конечно, но лука у меня нету. И это плохо. Да, очень сильно плохо. Может мне вернуться в хаб и купить себе лук? Наверное, так и нужно будет. Потому что, в принципе, другого варианта я не вижу. Прикупил я себе лучок, вот такой за 7 алмазов, как вы можете заметить. Сейчас я вот эти алмазы поставлю обратно, и мы пойдем попробуем еще раз пройти вот эту карту. Точнее, вот эту миссию. И сейчас мы посмотрим, что случится, если я попаду в эту кнопочку. Я сказал, если я попаду в эту кнопочку. А, я же попал. Я же прям в нее попал. Может, что-то изменилось или нет? Ничего не произошло, я, в принципе, не понимаю, что нам нужно делать, но вот я нашел вот это облачко, как мы их называем. В принципе, сейчас я могу сюда запрыгнуть. А, на меня кто-то загрелся или нет? Но, ребята, тут есть еще один цветочек, я его могу сломать или не могу? А если вот так? Вот. И сейчас... Опа! Вот! Замечательно! И, в принципе, остался еще один цветочек. Но я пока что прекращу его поиски, и мы отправимся вот сюда наверх. Может, в принципе, цветочек будет где-то даже вот тут наверху. Поэтому, ребята, нам нужно сосредоточиться. Вот так, замечательно. Вот так. Нужно всегда искать вот эти облака, или как их можно назвать. Потому что, как видите, это реально полезная фигня. И, в принципе, без них я бы сюда никак не забрался. О, что это такое? Поэтому, ребята, всегда нужно искать. Если вы заметили, то сразу же пишите в комментарии, на какой минуте и где вообще было вот это облако. Вот тут у нас тоже что-то есть. Вот так. Так, что у нас тут такое? Тут что-то написано. Hein, follow green. То есть подсказка, следуй за зеленым. То есть зеленый у нас тут. Нифига себе, невидимые блоки. Нифига себе. Круто, только... В какой-то степени круто, с другой стороны, это вообще не круто, потому что это будет какой-то бесконечный паркур, и вряд ли я когда-то его смогу пройти. Вот так. Хотя вот сейчас прошел, замечательно. Ну, вот так, замечательно. Сейчас нам, наверное, туда нужно. О, и сейчас... Твою мать, а! Во, замечательно! Перепрыгнул. Сейчас мы следуем сюда. И что у нас тут будет? Это какой-то сторонний квест. То есть, как видите, тут ничего особенного нету. Это просто дополнительные плюшки. О, спрятали. Спрятали сундучок. Думали, я его не замечу. Вот, ребята, нычка какая. А тут у нас что?
Ага. Что у нас тут такое? Что это за книжечка? Find all and give him to the verger. То есть найди 10 вот этих книжек и верни их какому-то там чуваку. Может, это вот тот чувак? Не, это был Church Member, это какой-то другой. Virgil нафиг. Не знаю. А вот сюда мы сможем запрыгнуть? Сможем, конечно же. Что у нас тут такое? Что мы сможем найти вот тут? Мне интересно, будут ли тут какие-то... Я просто хочу по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Я просто тут гуляю, чувак, да, даже не смотри на меня, не смотри, я сказал, на меня. Во, убили, в принципе, очень много времени это заняло, но все же мы его убили. В принципе, не зря мы это сделали, потому что, как видите, put bow in fear, then arrow. Это, мне кажется, это может что-то нехорошее, потому что это может ловушка. Тут пишут то, что помести сначала лук, а потом сюда стрелу. Это какая-то ловушка нафиг. Я не хочу ничего туда помещать, потому что нас могут просто кинуть на вот этот лук. Опа. Опа. Long range bow. Keep this is very first slot on you. Ага, то есть держи это в первом слоте твоего инвентаря. А что это такое? Ага, нам slowness дала. То есть это прицел, ребята, как видите. Да иди ты вот сюда, замечательно. Я, походу, сломал всю игру, потому что мой скрытый клинок превратился в железный меч с 18 урона. Так, цель. Stand here, то есть нам нужно стать вот тут. Стал. Цель. Талант is when he does the run. Shoot him down before he escapes. Ага, то есть вот он, ребята. Нам, короче, дали снайперскую винтовку нафиг. Да! Нам нужно попасть в этого чувака до того, как он сможет убежать. Ага, хрен я смогу вообще у него попасть. Я же попал нафиг раз 30. Вот почему я умер. Вот почему я умер. Нам нужно попасть. Я понял. Вот он. Так вот он же нафиг. Я не могу в него просто попасть, ребята. Я просто не могу в него попасть. А зачем я буду вообще сверху стрелять? Ага, я не могу туда. Или нет, или могу. Или могу. На тебе, зараза. На тебе. Я же его убил. Да, я, конечно, неправильно поступил, потому что я нарушил тактику. Но все же я же его убил. Как мне вообще в этого жопастика попасть? Если он просто ходит... Иди сюда, паскуда ты. Иди сюда нафиг. Я сейчас тебя просто-напросто порву на части. Вот. На тебе. Вот. И мне не нужно просто было стоять на вот той крыше, если я его так мог убить. А, кстати, я могу скушать этот... Дайте мне пирожное. Так, цель. Хорошая работа. Сейчас вернись. Откуда... Иди туда, откуда ты пришел, но сначала drop the long range bow and arrow in the hopper on the way back. То есть, нам нужно вернуть вот тот лук и вот то все остальное оттуда, откуда я взял. Ну, как видите, ребята, тут я мог пройти, потому что тут есть такая небольшая рамка между вот этими невидимыми блоками. И, как видите, я стрелял в этого чувака, но, как видите, карта немного не продумана, потому что вот эти стрелы бились в невидимые блоки. Вот я сюда вернулся, и сейчас мы поставим вот этот лук. Замечательно, и сейчас стрелу сюда. Но я еще не все исследовал. Мне нужно посмотреть, есть ли тут скрытые какие-то ништячки, которые мы можем забрать. Я там, в принципе, видел сундучок, ребята. Вы помните, я его видел? Вот тут я его видел. Ага, опять вот эта книжечка. Но не так-то ее много. Нам нужно 10 штук, а у меня только 4. Так, что у нас тут такое? Что у нас там такое? Next objective, то есть следующая цель. Ага, идти на крышу и найти башню, где ты сможешь найти сломанное окно. Ну, в принципе, я вот это уже все нашел. Ребят, я уже закончил вот эту карту, я уже ее прошел. Точнее, не карту, всегда путаю, вот эту миссию. Поэтому, в принципе, мы дальше вообще можем ничего не продолжать делать. Я уже могу просто-напросто возвращаться и заканчивать прохождение этой миссии. Но только сейчас я нашел путь внутрь этой церкви. Но я сейчас, ребята... не знаю, кто меня ударил, но да ладно, допустим, так оно и должно быть. Нет, вот это нам не нужно, и вот это нам не нужно. Я, в принципе, сейчас заберу вот эти все. Вот так.
Это Charge Verger, вот этот. Hello, да, нам тебе нужно найти 10 книжек. Я понял, чувачок, но, в принципе, сейчас у меня не так-то много времени. Если я, конечно, где-то тут еще найду несколько, вот так. У нас еще 6 штук. Try Grammys the Human Right Click. А, но я тут, если честно, ничего не вижу. К тебе еще вернусь. Но пока что я, к сожалению, ничего не вижу. Если найду, то, честно, я вернусь. Нужно запомнить то, что создатели этой карты очень любят что-то прятать, как вы, ребята, могли заметить. Потому что он прячет везде вот эти сундучки в таких невидимых местах, где, в принципе, сложно заметить. Вот смотрите, допустим, вот тут. Орб, да? Орб, что у нас тут еще есть? Что у нас еще тут есть? Тут, в принципе, больше ничего нету, как я понял, поэтому мы можем возвращаться. Вот так, прыгаем сюда и сейчас залезем обратно на крышу. Или, в принципе, вот эту башню, посмотрим, что тут будет. Ага, то есть нам туда нужно следовать. Тут нету ничего, может он туда, зараза, как-то что-то спрятал. Ну, в принципе, ничего тут нету. Ладно, будем возвращаться. О, вот так, сейчас. О, вот так и сюда. Круто. Так, тут у нас что? Сундучок, вот так. И орб, замечательно. Тут у нас, в принципе, больше ничего нету. Да, да, и... Следующая цель. Sneak Pass. То есть пробраться через... Да кто меня бьет нафиг? Тут никого не... Ай, дайте мне пройти! Дайте мне выбор! Твою мать! Опять они невидимые стали за... Да твою фуражку! Дай мне пробраться через вот этих... Заразы, все же я смог сюда пробраться. Так, ребята, сейчас мы, в принципе, будем отсюда выбираться. А, нам только сейчас дали подсказку. А, тут я уже не могу посмотреть то, что... А, мол, проберитесь через вот этих... А, я думал... Привет? То, что, мол, проберитесь незаметно через вот этих стражников, чтобы они тебя не заметили. И, в принципе, найди там... Или что там даже было написано? Исследуй церкву, да, и найди там... Различные припасы, что тебе нужно. Я просто убил того чукчу и прошел вот эту миссию. Так, ну, в принципе, что нам нужно? Цель. А, найти путь в цель. Ребята, я вообще-то уже прошел эту миссию. Вот, у меня даже разблокирована следующая миссия. Вот, Unlocking. Четвертая миссия, которая называется Pirates, то есть пираты. Как видите, тут у нас даже крутые корабли есть. You must have your end resistance. Ага, 15+. Замечательно. В принципе, вот это все я прочитаю в следующей серии. Мы посмотрим, что это такое. Да, твоя следующая цель — это пират, кто на стороне тамплиеров. И нам уже дадут 2 алмаза. Замечательно, только почему-то за вот эту миссию мне не дали ни один алмаз. Я вот это нажму, чтобы исправить ошибки. Ну, в принципе, ребята, мы вернемся в следующей серии и посмотрим, что мы сможем сделать. Как вы заметили, у меня уже сломалась вся бронька, поэтому нам нужно будет купить новую. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, потому что чем быстрее наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия, тем быстрее мы сможем завершить прохождение вот этой крутой карты. Поэтому, ребята, не ленитесь, поставьте лайк, и, как я уже сказал, может даже ваш лайк поможет мне хотя бы немного выздороветь, потому что мне реально сложно разговаривать, но все же я пытаюсь так много не перебиваться, и не останавливаться, и не делать большие передышки. Поэтому, ребята, не поленитесь, поставьте лайки, также подписывайтесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Я вас прошу потратить на меня всего лишь 2 секунды. Одну на лайк, одну на подписку. За это, ребята, я выпущу для вас новое видео как можно быстрее. Просто скажу большое спасибо. Вы большие молодцы, если вы досмотрели это видео до конца, я скажу вам большущее спасибо. И также, ребята, не расстраиваемся, потому что видео выходит каждый день. И вы всегда можете посмотреть мое новое видео, когда оно выйдет. Я вас всегда жду, я всегда приглашаю, поэтому, ребята, не стесняйтесь, всегда приходите на просмотр нового видео. Я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.